Ну а в программе «На самом деле» сегодня развязка криминальной драмы с участием Анастасии Волочковой. Балерина заявила, личный водитель Александр Скиртач обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкупа, даже отравить звезду. Сам Александр называет эти обвинения женской местью, ведь у Волочковой были личные мотивы поквитаться с ним. Кто из них рассказывает правду, выяснят с помощью детектора лжи. Смотрите в 18:45.